Из фильмов с Джеки Чаном, которые я смотрел в эпоху видеотек, мне запомнились только три. Это «Пьяный мастер» и две части «Доспехов Бога». Поначалу я вообще не знал, кто такой Джеки Чан, но когда смотрел «Пьяного мастера», то сразу обратил внимание, что этот фильм отличается от других фильмов про кунг-фу своим юмором. В Киеве в 90-е видеотека была чуть ли не в каждой подворотне. Видеотеки ютились в комнатах в разных научно-исследовательских институтах, в подсобках или буфетах кинотеатров, в подземных переходах, где угодно. И по всей окружающей местности были расклеены от руки написанные афиши вроде «Костоломы возвращаются» в скобках, «Кунг-фу» 16 часов, «Муха, ужасы» 18 часов. Извне ужасы 20 часов, вход 2 гривны. Постепенно афиши усложнились, к некоторым фильмам писали, кто в них играет, если играл какой-то известный актер вроде Шварценеггера, Сталлоне или Чака Норриса. Вскоре к этим известным причислили и Джеки Чана. И ты заранее знал, чего ожидать от фильма с ним. Это кунг-фу, но с юмором. Или нечто приключенческое, но тоже с кунг-фу и юмором. К закату видеотек Джеки Чан уже снимался в фильмах, спонсируемых большими автомобильными корпорациями, и мне они никак не запомнились. Кстати, тогда я еще не знал, что есть продолжение «Пьяного мастера», вторая часть, вышедшая в 1994 году, а также «Месть пьяного мастера» с неким Джонни Чаном, обозначенным в рекламе как «Новый король кунг-фу». Но, пожалуй, самым популярным и известным фильмом, который снял Джеки Чан самим собой, были «Доспехи Бога» 86 года. Stupid. Дурак. Подними этот халат, чертов. И его продолжение 91-го. Именно этот фильм, вероятно, и вдохновил создателя игры, о которой я сегодня расскажу. Джеки Чан, как никто другой, засветился в видеоиграх для разных платформ, хотя обычно все знают только Джеки Чан Action Kung Fu. Вот о нем и поведу разговор. Игра была выпущена компанией Hudson сначала для NES в 90-м году, а спустя год-два для TurboGrafx PC Engine. Разработчиком выступила японская компания Now Production, известная по многим играм для разных платформ, а для NES второй и третьими частями Adventure Island, а также любопытной бродилкой, совмещенной с RPG Spelunker 2, о которой я все собираюсь сделать передачу и никак не соберусь. А почему я вдруг решил снять турбо о игре про Джеки Чана? Может, за ней стоит какая-то захватывающая закадровая история? Или мне особо нравится эта игра? Да вроде бы нет, захотелось и снял. Играл в нее в 90-е, но прошел или нет, вот этого не помню. Игра довольно простая, даже для моего современного уровня, когда я играю не так здорово, как в золотые годы моей юности. Словом, если я в 90-е несколько раз прошел Battletoads и Donald Land, то Джеки Чаном мне было пройти как два пальца об асфальт, но, вероятно, что-то помешало. Может, картридж был обменен на какой-то другой, не помню. Если при заставке ничего не нажимать, вскоре вы увидите мультик с завязкой сюжета, а он не затейлив. Жили-были Джеки Чан и его сестра-близнец Джозефина, лучшие бойцы кунг-фу на весь Китай. И вот злейший враг их мастера кунг-фу, чародей, вернулся из-за великой стены с целью захватить Китай. Чародей похитил Джозефину, надеясь, что теперь оставшегося одного Джеки победить будет проще. Джеки начинает свой опасный путь к чародею, чтобы спасти Китай и свою сестру. В то же время злодей посылает на Джеки своих приспешников.
Управление в этой красочной игре очень послушное, хотя некоторые штуки не очевидны. Так Джеки может стрелять и может использовать особые удары, ограниченное количество раз. Для нанесения особого удара надо нажать B плюс вверх, а для выстрела нажать и удерживать B. После чего тело Джеки окружается ореолом, и если вы отпустите Б, Джеки сделает выстрел. Я узнал о последнем, лишь пройдя игру и взявшись за версию для Turbo Graphics. Разработчики игры про Джеки Чана взяли на вооружение негласное правило хорошего тона при построении уровней. Обстановка должна меняться, иначе уровни утомляют. В Джеки Чане довольно часто меняется не только картинка, но и способ передвижения. Целые области построены на подъеме куда-то, и они чередуются с областями, где вы просто идете вперед и сражаетесь с врагами. Раздражение у меня вызвал разве что уровень с прыжками на облаках. Управление там ни к черту, поэтому проходить его сложно, а с боссом сражаться еще труднее из-за дурости геймплея. Это дурацкое постоянное автоматическое подпрыгивание на облаках я встречал еще в нескольких играх. Боссы в игре довольно простые, достаточно быстро раскусывается способ, как их надо валить. А в последнем уровне будет несколько мини-боссов, охраняющих подступы к главному злодею, довольно мерзкому на вид зеленоватому чуваку. Он размером самого Джеки, но если вы ожидали увидеть огромного босса на пол экрана, то намекну, что не зря у зеленоватого чувака такая внешность. Концовкой вы не разочаруетесь, а титры сделаны в духе тех фильмов Чана, где в конце показывается, как он калечится во время съемок. Что же, пройдя Джеки Чана для NES, я решил пройти версию для TurboGrafx, которую запускал несколько месяцев назад в пределах первого уровня. Приставка TurboGrafx, кстати, это совместный проект производителя железа NEC и самой Hudson Soft, выступившей издателем игры про Джеки Чана. Поначалу меня очень впечатлила графика и звук. С играми для этой платформы как-то получается, что кажется, будто перед тобой приставка гораздо круче, чем SNES или Sega, хотя основной процессор у этой консоли 8-битный. Вы только посмотрите на этот чудесный параллакс. Фон движется медленнее, чем передний слой графики с обстановкой и врагами. Это первый уровень. Каждый, кто запускает эту игру, видит параллакс и впечатляется. Но хитрые японцы. Подобную хитрость они использовали и в других играх. Дальше параллакса нигде не будет. Он есть только в начале первого уровня. Нет, графика дальше замечательна и без параллакса, но... Кстати, когда я играл, то и не заметил, что больше нет параллакса. И только просматривая отснятый для передачи материал, я обратил на это внимание. Однако в игре есть некоторые графические находки, за которые этот облом со стороны разработчиков можно простить. Но чем дальше я забирался в прохождение игры, тем больше понимал, что версия для NES интереснее, свежее. Хотя в целом уровни и боссы варианта под TurboGrafx повторяют NES-овский вариант, геймплей местами получился какой-то затянутый. Лучше бы просто повторили NES-овскую игру, но с обновленными графикой и звуком. К последнему уровню сложность игры внезапно возрастает. Концовка похожа на NES-овскую, титры не похожи, но сделаны тоже с выдумкой. Если не сравнивать обе версии игры, то как самостоятельная игра, Джеки Чан для TurboGrafx отличная запоминающаяся бродилка. Однако версия для NES намного лучше. Хотя стоит пройти обе и сложить впечатление самим.